Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, посты целые, и фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. И дома все целые. Сэм, что там с радиацией? 8 раз выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артём? Давай за мной. Good luck. Мы вас не подведем. Похоже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак! Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан? Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший, так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Спартанцы, удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи. Не пуха, дружище. Смотри, не увлекайся там, а то я тебя знаю. Аня, да? Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. До свидания, дядя Артем. Не волнуйтесь за тетю Аню. Мы с Мишкой за ней присмотрим. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артем. Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся, пульс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра проспит, наверное. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Удачи, Артем. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо, Кот. Артем, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины. За щитом или на щите? Ну что, готовы? Готовы. Ну, Артем, вот он, твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь?
Очень на это надеюсь. Поклоним. Артём, ты смотри по сторонам, мне будет некогда. Дорога тут точно не чище. Удачи, ребята. Кроме нас, ей надеяться не на кого. Сколько вагонов стоит. Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Но мы рискнем. Сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнёт. Хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду, куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. Ох, сколько снега. А буря все усиливается. А, дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Черт, ладно, ладно. Давай направо, деваться больше некуда. Давай во двор, налево. Только не торопись, а то застрянем, заметет. Давай по прямой. Аккуратней, Артём. Аккуратней. Шторм усиливается. Фон тоже растет. Долго мы тут не протянем. Налево.
Смотри, давай туда. Как обратно на проспект вырубим. Полегче, Артём! Эх ты, ёперный балет, снова пробка. Тут, похоже, танк прошел. Давай за ним. Все, приехали, черт подери. Дальше на своих двоих придется. Надо спешить, фон все растет, фильтров надолго. За мной не останавливайся, или нам конец. Сейчас будет большая развязка, и где-то за ней вход на станцию. Осторожно, снег глубокий. Добрались все-таки. Давай поищем проход в сторону центра. Ха, ничего себе, тут все привалило. Есть идеи, как попасть в тоннель? Через вагон? Давай помогу открыть. Ну, 3-4. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Идем дальше. Только не расслабляйся. Эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Нам надо на станцию площадь Ленина. Институт от нее в двух шагах. Метро-то тут не особо глубокое. А радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче. Но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Тоннели? Ну что, родная стихия, все как в Москве. Теперь не пропадем. Дышать, похоже, можно. И тут твари. Сейчас полезут, но ничего, нам не впервой. Прямой дороги нет. Артём, осмотрись тут. Нам надо попасть в соседний туннель. Thank you.
Попробуем протиснуться здесь. Вон проход. Давай вперед, я прикрою. Приготовься! Зараза! Похоже, родичи наших московских упырей. И тут метро кишит. Ладно, с этими тварями мы разберемся. Что же эти твари жрут тут, интересно? Людей-то нет? Это Федоров с 12-го участка. Тут такое дело. У нас фильтрует рука совсем, а на сибирской твоей осенью поменяли. Поселишь детей моих? У тебя там народцы и школа как раз. Вроде не глубоко. Слышал, что это было? В воде точно что-то есть. Надо скорее выбираться. Здесь можно вылезти.
А вот и местные жители. Похоже на ту яму в Москве, правда? 8000 километров и опять расстрельные ямы. Интересно, этих тоже шпионами называли? Кстати, трупам не больше года. Может, и тут кто-то еще остался. Будь начеку. Давай наверх и смотри в ума. Артём, живой? Хе, повезло опять. Это тебе не наше метро. И помочь нам здесь некому, понял? Если ногу сломаешь, сам на Аврору поползешь. А мне без лекарства назад дороги нет. Ну идем. Только теперь уж смотри под ноги. И так кучу времени потеряли. Тут выход в тоннель. Подпорки эти не нравятся. Как бы не завалило нас тут. А ну-ка. А пыли-то? Ну, вроде держится. Идем.